Всем привет, с вами снова Макс и Андрей. Сегодня мы будем играть в игру Gunfire Reborn. Андрею эта игра не нравится. Мне, в принципе, норм, потому что мы ее до сих пор не прошли. Она ему нравится, потому что я ему ее подарила. Халявная игра, Клакаев, играем. Ну. Подожди, а ты мне, да, подарил? Да. А почему ты захотел у нее сыграть? Ну, она была... Не, она мне показалась прикольной. Я сейчас понимаю, что это долбоёб. После убийства... А, после убийства он нанесал урон к этому врагу, и его поражает молния. О, нормально. После убийства какой там Саурон? Саурон? Ой, блин, я управление не понял. А как открывать? О. Класс. Да ёб твою, Максима, в сраку! Андрей, залезай. Собаку. Мне роутер на ногу упал, дебил. Зачем тебе роутер на ногу упал? Ноге больно, блядь, было. А зачем мне ноге больно? Как я мог сказать фразу про тебя и собаку? Какого меня, какую собаку? Ну, ёб твою, ебать же, Макса в сраку, как последнюю собаку. Ну ты писюн. Что, какой-то странный арбалет. У него арбалет! А, что им будет делать? А! Пипим-пим! Пипим-пим, Андрей. О. Ну да, ты что-то пипипил. А ты не пипипил? Мне надо будет купить я литра полтора до какого-нибудь крепкого пива к караоке стриму. И после караоке стрима будет. Не во время. После. Во время. После. Зачем тебе во время? Я выпью во время. Зачем во время? Чтоб тебя обесить. Так. А зачем меня бесить, Андрей? Ты разве не солнышко? Нет, а солнышко, ты-то нет. М? Ты-то нет. Ну а ты же солнышко? Подожди, то есть я не солнышко, да? Ты меня сегодня весь день игнорировал. Андрей, ты понимаешь, что я сегодня с утра не позавтракал? Работал, поэтому... охренеть, как сколько много, потом у меня был обед. Вот. Поэтому, ну, да, в котором я, ну, слава богу, нормально пообедал. Вот, с Эйнштейна погулял. Вот, из-за а потом того, что я ты не типа. Позавтракал, надо было плевать на дружбу, игнорировать друга. Да, Максим? Чё? Какую я тебе дружбу наплевал? Пошли. И наплевал на дружбу. Ну, подожди, в какой момент? Куда ты идешь? Иди сюда. Где я на дружбу наплевал? А вот вчера я тебе звонил, и ты такой, типа, со мной не захотел говорить. Я взял трубку, потом перезвонил. У-у-у. А я тебе ответил. Нет, ты игнорировал мои сообщения. Нет, я не игнорировал твои сообщения. Либо там просто ответа не нужно было бы для сообщения. Нужно было, ты игнорировал. Не-не-не. Да, Максим. Зачем, Андрей, ты игнорировал? Эх, Максим, а я тебя другом считал. Андрей, завязывай. Чем, Максим? Тем, что ты плевал на нашу дружбу. Ты бы завязал, Вастем, если бы я плевал на нашу дружбу. Вот и я не могу завязать, Максим. Максим. Андрей, если ты сейчас издеваешься, я на всякий случай предупреждаю, что я начинаю злить. Вот из-за того, что тебе наплевать на нашу дружбу. Вот сейчас, представляете, я его другом считаю. Да, конечно. Считал бы другом, не творил бы вот этого. А он на нашу дружбу наплевал. Говорю, считал бы другом, не творил бы это.
Что отварил? Не пытался вот с тобой общаться, вот я, сука, вообще. С другом общаюсь. Каждый выстрел будет ранее героя, ёпта ж. Как я вообще посмел общаться с другом? Вообще сволочь, человек. Иди сюда, сволочь. Вообще конченый. У меня туда, да, завязывай. Ну да, ну ладно, окей. Как ты попросил, завязывай. Блин, ты общаться хочешь перестать? Сам стал завязывать этим. Вот стрим пересмотри, там такое было сказано. Андрей, ты мне настроение испортил. Чем? Тем, твоим безразличием ко мне как к другу. Спасибо. Что спасибо? Ты, я сегодня хотел днем пообщаться с другом, а он... А он мои сообщения просто игнорировал. Представляешь, Максим? Максим? Да. Вот ты опять меня игнорируешь, да? Ты. Эх, Максим, Максим. Ты зачем-то меня разозлить пытаешься? Я не пытаюсь тебя разозлить. То есть ты злишь меня? Нет. А что ты делаешь? Я это укоряю тебе за твои косяки. Какие? То, что ты игнорировал Андрей, друга. Андрей, серьезно, завязывай. Кем, Максим? Ты можешь нормально общаться? Я нормально общаюсь. Ты ненормально общаешься. В каком месте? Я тебя что, игнорирую, когда ты пишешь мне сообщение или еще что? Скажи мне. Все, Андрей, с ним заканчиваем. Вот. Ты меня вместо того, чтобы нормально общаться, ты меня опять... Андрей, вот давай про нормально общаться, ты не будешь сейчас, учитывая, что ты творишь? Ну я нормально с тобой общаюсь. Ты ненормально со мной общаешься. Нормально. Нет. Да. Да. Так, все, Андрей, я с ним заканчиваю. Да уговори, Макс, что ты психуешь? Андрей, скажи. Потому что я тебе говорю, ты меня злить начинаешь, ты продолжаешь. Ну то есть, типа, я тебе об этом уже говорил. То есть я не просто так предупреждаю, чтобы не начинать на тебя агриться, токсичить. Я говорю, Андрей, ты начинаешь меня злить. Потому что в противном случае пойдет одно из этого. Я же днем не злился на тебя, хотя ты себя вел плохо. Андрей, ты себя плохо вел. Все. Я тебе писал сообщение, ты их игнорировал. Андрей, не запускай, я выбирай способность. Спасибо. Андрей, я тебе ответил. Потом ты какую-то хрень написал, скорее всего, я не захотел дальше отвечать. Вот. Это и есть игнор. Какой игнор? Макс, ну, гляди. Если ты... кому что-то говоришь, а он тебе не отвечает, потому что не хочет. Давай такой вопрос. Что ты мне сказал? Я запустил дальше проход. Ты идешь? А идти уже? Иду. Да. Ну, типа, давай. Ты говоришь, ты задал мне вопрос. Давай, какой вопрос ты мне задал? Я отдаю тебе в ВК, зайду. Как ты мне пишет уже? Солнышко, вот, вот солнышко. Я написал, ты написал неправильно слово «Флюгельхайм». Я тебя поправил и написал, что нужно свободу одной стране от народа, который любит мацу. Ты мне, ты это проигнорировал. Ну не, подожди, что я должен был ответить? Спасибо, что поправил.
допустим, мог сказать. И согласиться с тем, что стране нужно дать свободу. Почему? Потому что резолюция ООН говорит, что так должно быть. Андрей, я не лезу в политику. Вопроса мне там не было. Там была только провокация. Не было там провокации. Была. В твоих словах. Так, Меня, Макс, меня убили. Да блин, ты серьезно? Нет. Кого? Как ты сдох? Камикадзе. Спасибо. А что вот, Максим, ты игнорщик. Ты игнорщик. Я тебя никогда, Максим, вот что-что, а я тебя никогда не игнорю. Я тебе всегда отвечаю. Ну что за вязь? Чем завязывать? Вот этим вот. Я не игнорщик, так как вопроса не было, все. Сообщение было? Было. Значит, ты и его что? Проигнорил. Подожди, сообщение было. Вот мы как бы, я тебе пишу пока, ты мне пишешь пока, все. Типа я после этого должен что-то тебе ответить? Я тебе писал пока? Не-не-не, я вопрос сделал, сообщение есть. Погнали внутрь. А ты где? Сюда. Вот так хал. Подожди, тут сюжет появился, что ли? Не давайте врагам уничтожить. Да это миссия на защиту. Как день прошел, Андрей? Плохо. Только попробуй. Почему плохо? Ну, были на то причины. Связаны ли они со словом игнорщик? Возможно. Почему? Не надо печалиться. Хорошо, как скажешь. Раз не надо печалиться, значит я печалиться не буду, все. Смотри, ну, я серьезно, я не представляю, как с тобой в кого походить, если ты вот такое вот устраиваешь. Да что я устраиваю, Максим? Да. Макс, я себя веду спокойно и это уравновешенно. Почему ты агришься и обижаешься ты? Нет, Андрей. Да, Макс. Если бы я что-то такое устраивал, ты бы тут, ну, возможно, истерил. Нет. Хорошо. Поэтому я говорю, завязывай. Ну что завязывать? Ну вот, начни нормально общаться. А я как общаюсь? Андрей, если я завтра буду так общаться, как? Тебе понравится? Макс, ты можешь нормально объяснить, как, сука? А ты можешь? То есть, типа, хочешь сказать, я тебя игнорщиком называю, да? Макс, я твои сообщения не игнорирую. Игнорируешь? Когда? Не знаю, я вот твои не игнорирую, а ты мне говоришь, что игнорируешь. Ты мы игнорируешь. Я не игнорировал, я там не нужен был ответ. Я ждал ответа. Ты зайдешь дальше? Смотри, какой ты ответ ждал? Задал бы вопрос, если бы тебе нужен был ответ. Макс, ну вообще-то отвечать надо не только на сообщение с вопросом. Не, обязательно нужно отвечать на сообщение с вопросом. Если человек не отвечает на сообщение с вопросом, он игнорщик. То есть, а на другие мои сообщения, которые тебе кто-то пишет, ты можешь просто добивать хуй, да? Ну, типа, если они не предназначают ответа, то хуй-то не надо добивать, ну как бы...
Ну, ты, еще ты... раз говорю, я у тебя спросил, что я мог ответить. Ты мне типа сказал, что я мог ответить. Мне не понравились ответы. Все. Как бы. Какой? Пошли. Сейчас, секунду. Деньги соберу. Просто, Андрей, мне очень не нравится, когда ты издеваешься. Ты отвечай на мое сообщение и не давай повод для издевок, солнце. Андрей, а ты не издевайся, если ты, типа, хочешь, типа, другом общаться. То есть ты мне сейчас условия ставишь? Ты мне не ставишь условия? Я издеваюсь по-доброму. Ты не по-доброму издеваешься, Андрей. Вместо того, чтобы это был интересный стрим, я слышал себя издёв. Да. Угу. А ты скажи... Спасибо, Андрей. А ты скажи, прости, солнышко, я не я буду игнорировать твои сообщения. Андрей, я тебе еще раз говорю, если бы я бы игнорировал, тогда бы да. У меня не было ответа, все. Как и Макс, а отсутствие ответа это и есть игнор. В смысле? Не-не-не, подожди. Игнор это когда тебе есть что ответить, но ты не отвечаешь. Я считаю, что там есть что ответить. Ты там нечего отвечать, Андрей, я в такие хрени не лезу. Вот задал бы ты вопрос, я бы тебе ответил бы. Но ты же его не задал? Или задал? Вот, а вот теперь я правда на тебя обижал. За что? Выходи сюда. Типа, если ты посчитаешь любое мое сообщение недостойным ответа, ты отвечать его не будешь. Подожди. Если ты издеваешься в этом сообщении, я считаю, что да. Ты можешь подыграть к другу? Андрей, я не умею подыгрывать в таких ситуациях. Я считаю, что это неправильно. Неправильно поддержать шутку друга, да? Согласен. Потому это что... Неправильно. Андрей. Да? Спокойней. Я спокоен. Правда, Макс? Я что-то не чувствую. Ой, я ушел. Душу, ну возвращайся. Потому что, Андрей, политические темы. Это не это значит, ведь... что я шутку должен поддерживать. Ты не только на политические темы не поддерживал. Макс, ты не только в том, в тот раз меня проиграли. Ну, подожди. Шутка про пса мне не нравится. Да. То есть как я должен на нее отвечать? Там не было шутки про пса. Не-не-не-не-не, ну ты говоришь не только на это. На что еще? Давай. Чем ты от меня... Чем ты недоволен? Ты от меня отмахнулся. Когда? С утра. Так у меня митинг был, ты отверг меня. Ты отверг меня отверг? Вчера. Я тебе пишу нет. И ты опять. И ты просто игнорь. Это слово моего нет. Ну, так ты ответил на мой вопрос, что мне дальше-то отвечать? То, что ты меня отверг и игноришь, а я твой друг, и я тебя люблю, Масик. Андрей! Да, во время работы. Типа, думать, что тебе написать? То есть тебе работа ценнее, чем я, да? Представляешь, ходя на эту работу, я себе куплю, блин, игру, которую ты от меня хочешь. Всё, я могу. А не ходя на нее, и у меня ее не будет. Все, Макс, все. Проехал, все, Макс, Макс, все. Все, все. Все. Все, все. Ну, все так. Я, значит, иду ему на встречу, играю в него в скучную игру, на мой взгляд. Я умер. Да, вижу. Мне она не нравится, я в ней не могу понять дзен и скиллы, меня в ней убивают, мне это не нравится. Вот. Кого ты не можешь понять? Дзен и скилл этой игры. Дзен и скилл? Да как в нее правильно играть? Что-то я не мог понять, как нормально играть в Stardew Valley. Это что-то не мешало вам заставлять меня каждый раз в нее играть. Макс,
Вот сейчас не надо. В Stardew Valley играть просто. Даже ты это признавал. Нет. Мало того, что ты игнорчик, так еще и лица решил повесить. Так, Андрей, ты хочешь, типа, прекратить, да? Макс, я просто издеваюсь, успокойся. Так ты не издевайся, ты знаешь, мне не нравится, когда издеваются. Потому что я начинаю в ответ токсичить. Что тебе не нравится. Тебе нравится, когда я токсичу? Ну ты, Макс, ты самый сексуальный токсичер в моей жизни. Вот, ну не-не, вот давай вот. Максимально сексуальный токсичер. Тебе нравится, когда я токсичу? О, да, детка, токсичу, о, да. Ну ладно, я буду токсичить. Давай, это замерим мне лицо полностью, Максим. Я тебе ванну засуну, замерите. О, да. О, давай еще, Макс, давай. Макс, ну не молчи, не игнорь меня. Максим? Что? Ну не, чё ты молчишь? Игноришь меня? Нет. Точно? Точно. Тогда пошли, солнышко. Жень. О, Максим, ты самый сексуальный токсичер в моей жизни. Нет человека, который токсичит сексуальнее, чем ты. Ты самый умный, самый добрый, самый замечательный токсичер во вселенной, Максим. Максим! Что? Ну не игнорь ты. Андрей, продолжая это, у меня все меньше желания... Так я тебя хвалю! И ты называешь самым сексуальным. Правда, Макс, ну будь ты проще. Ты хватит издеваться, и все. Все будет хорошо. Да дай ты поиздеваться. Нет. Тебе что, жалко? Не на стримах. Мне жалко. Ох. Ну я же по-доброму, без негатива издеваюсь, нет. Солнце. Знаешь, что ты только увидишься? Ты не Макс, по-доброму Макс. Издеваешься. Что? Макс, Макс. Что? Я издеваюсь по-доброму, смирись. Вот, нет. Беди. Че? В руки мои. Что за невидимая пипися у тебя? Снайперская винтовка. Ага. Мощь. Сейчас. На, забирай. А тебе не нужна, что ли? Забирай, блядь, тебе сказали. Сейчас, подожди. А тебе она не нравится. Макс, я тебя сейчас ёбну. Надо стрелять теми самыми патронами, что мой лук. Который я улучшил. До плюс 5. Андрей, я не могу забрать ее. Враги с эффектом шок получают больше урона от оружия. Ладно, специально для себя подниму. Все, забирай лук. Лук забрал плюс 5, понял? Взял лук, у меня спер. Ой, игнорщик, настолько игнорит, что отдал мне лук. Макс, ну правда, ну... Чё? Я правда без негатива на тебя. Андрей, я, типа, когда я тебя просил остановиться, ты продолжил, поэтому негатив. Ладно, сделал. Обещаю, Макс, обещаю, буду останавливаться, когда будешь просить. Ты хоть чуть-чуть. Потому что тебя хрен поймешь, блин. Кто ты обижаешься, кто ты не обижаешься. Да не обижаюсь я на тебя. Да откуда я знаю, блин? Макс, я правда просто шучу, правда, извини. Ну, пожалуйста, будь а проще. А погиб ты че? Чтоб ты был проще, блядь. Я... И так проще. Поэтому сразу сказал. Что это говно? А ты не проще. Я, между прочим, сегодня даже работал, видишь, я часть... Даже, я думал, даже если честно тебе помочь, часть твоих песен выписать. Не, беру. Да я тоже работал, поэтому второй день уже не могу. Че ты огребаешь ты? Ну, я как-то смог это сделать, что ты не можешь?
Я чаю, что-то ночью выписал сегодня после стрима вчера. Так вот, сегодня ночью, видимо, буду выписывать. Я думаю, у меня сегодня вечером днем будет время. А как ты видел, во сколько я освободился? Ну да, если бы ты мне не игнорил, ты бы освободился бы раньше. Наоборот, бы хуй. Там на горе, мега пипис. Он самый пипис. Менее пипис человека нет. Потому что Макс пипис. Самый вредный. Пипис. Все равно я, но я все равно я. И все равно я его считаю солнышком. Понятно? Понятно, понятно. А ты смотрел, как я встретил вашу маму? Да. Понравилось? Тебе нравится? Не особо. Честно, слабовато. Ты умер, что ли? Да, это мимо меня пробежал такой. Серьезно, сказал бы. Не всегда видел. Подожди, а то есть, по-твоему, кодекс братана, который я зачистывал, был не оттуда, да? А хуй тебя знает. Тебя знает. Так, ну я могу сказать, что у меня еще патронов мало. Смотри, это должен был по хп вынести ему. Где пол вынеси на хп? Ладно, рассказывай, что сегодня делал. Кроме текстов. Горевал, друг меня игнорил, Максим. Что за друг? Максим, фамилия на Б начинается. Это не истинный Максим был. Вот я истинный Максим. Я не игнорил. Да. Опа, Иксион по скидке. Кто? Иксион. Кто это? Градостроительный симулятор, где ты строишь по городу на своей станции, которая путешествует в океане. Знакомый. Я не мог не пошутить эту шутку. Проехали. Там пук сирени делаешь, что ли? Да ты делаешь. Вот, Андрей, там для начала стрима надо будет типа аббревиатура придумать какуем, короче. Кого? Какуем. Что, там, потому что это караоке аниме принж, то есть как. А дальше какуем. А, какаем? Да. Аббревиатура, ну как говорим. Караоке, повтори, как там, караоке. Ну, караоке, я аниме принж. Ага, ну, караоке, аниме принж, осветит единый мир. Чего? Да что за приколы? Не, ну ты сказал, как, ну ли, какуем? Г, караоке, а, аниме. К, кринж. Это О, осветит. Это Е, единый М, мир. Хорошо. Но надо еще подумать. Звучит как название какого-то иссякая. Да, ну а чё нет? Какуем. Так, нет, сейчас подожди, там Эйнштейн. Эйнштейн, нельзя. Эйнштейн, можно. Сюда нельзя.
Можно, Эйнштейн. Еби его в сраку! Сраку его еби, Эйнштейн! Чего? Кого? Тебя! Меня-то за что? Кстати, Макс, вопрос. О. Ну а вот как ты думаешь, если я вон тот флаг, про который я тебя сегодня скидывал, повешу, и, допустим, мы с тобой будем стримить, я буду с вебкой, ну, через сколько тебя забанят? Как ты думаешь? Даже ну это просто думать. Праздный вопрос, как ты думаешь? Без понятия. Ну, мы с тобой, я думаю, оба согласны с тем, что тебя забанят. Ну, да, высок шанс. Ну, получим урон 3 секунды после попадания. По крайней мере, с той надписью, которую я хотел, он у меня там попался. Ну, без надписи вполне. Может... Шанс большой, без надпис... как я тебе говорю. Без надписи, может, ничего и не будет. Все-таки это флаг страны. Иди на отдых. Андрей, я не могу двигаться. Ты играешь? Я не могу двигаться. У меня я двигаться не могу, Максим. Нажми левую кнопку мыши. Теперь можешь. Сворачивать игру не надо. А я не сворачивал игру. Похоже, кто-то сворачивает. Я могу пойти кофе сделать? Иди. А до этого что не делал? А время тут идет? Нет? Так, при попадании можно выделить двух врагов. А, при прицеле. Любое попадание по ним несет критический урон. Скорость перезарядки после убийства врага и перехода останков магазина в новый. Чем больше снарядов пришло, тем выше урон. Вау. Ну, что-то, мне кажется, проблем будут. Ожог. Блин, ну, дятла надо заменить. Кстати, не такая уж плохая тема. Видишь, там на горе белое слово вещество. Дар молнии. Так, шанс активируется на молнии практически. Цепную молнию прокачивать есть смысл. Преобразование молнии увеличит урон следующего выстрела или навыка за каждый урон нанесенный. А, ну вот, кстати, тоже прикольная тема. Увеличится скоков максимального щита. Короче, Макс. В чем? Караоке аниме стрим, то есть аниме кринжа дарит ебланством Максима. Только в твоих снах. Пошли. Нет, ну ты попросил аббревиатуру, я тебе предложил. Я, кстати, поглядел, у тебя было два зрителя, когда я сказал про ебланство Максима, сразу стал один зритель. Видишь, Андрей? Он просто еблан, вот и ушел. Андрей, не надо оскорблять людей. Если верите фильму Спилберга, те, кто играет в игры, не люди. Кто? Ну, тупые задроты, которые должны уходить на улицу. Подожди, эти на Твиче смотрят вообще. Не, ну это как там фильм? Первому игроку приготовят, потом же в конце, по сути, моральный посыл был слыв. Задрот, выйди на улицу, погуляй, эй. Ну, вполне. Нет, там реально такой посыл был. Да понятно. Типа твои игрушки-то хуета, иди погуляй на улицу. Там как бы книга немножко о другом, если не ошибаюсь. Да, да, не, Макс, не так. Немножко о другом, а кардинально, ну, блядь, о другом. Да, это как, знаешь, этот, как там, Андерсон, как зовут автора «Звездного десанта»? Не помню, помню только, кто снял. Ну, да, ну. Верховен. Ну вот, Верховен. Книга была об одном, Верховен такой. Чё? Книга? Не, читать это для долбоёбов. Я вот... Это будет, короче, фильм про фашистов. Не, но всё равно Верховен в те времена были классные фильмы. Не, ну давай так, «Звёздный десант» хороший фильм. Но к книге он имеет отношение.
Меньше даже, чем, блядь, первому игроку приготовиться. Андрей, сюда. Андрей. Не, ну я серьезно. Да я в курсе. Игру что ли обновили, не мог понять? Зима. Я, кстати, целиком прочитал текст от того, что вот Димка пел нам про зима на дворе, идиот. Я вообще впервые про какую-то зиму на дворе слышу. Не, ну помнишь там? Видишь там на воде толстый слой вещества. Не, на воде, Максим, на воде. Толстый слой вещества. Это вещество. Ну, в оригинальной песне и про гору было. Ну, Макс, это переделка, блин. Это вещество называется лед. Здесь оно лежит уже месяца два. Зима на дворе, зима на дворе, зима на дворе. Ты вообще идёшь? Мне дали способность, которая позволяет тебе легче меня поднимать. Значит, есть подозрение. Kick the baby? В смысле kick the baby? Кинь младенца. Не-не, я имею в виду к чему. Короче, выбирай, во что мы пойдем в следующий вторник. Я же говорю, пошли в Monster Hunter. А, Monster Hunter, точно. Ты хочешь убивать бедных животиночек, да? Да. Мне просто очень интересно, сейчас кто-то играет, потому что за это время вышел уже следующий Monster Hunter. Да, по-моему, там уже следующий анонсируют. Или да, уже следующий проанонсировали. Так что, что там с серверами и с народом? Самое забавное, я почему-то их выстрелил к ним. Потому что я стреляю фольгой, блядь, судя по урону. Может быть. Может быть. Вот, а ты знаешь, что солнышко? Ты мне сегодня говорил, что я не солнышко. Ну да. Ну. Ты вот ты игноришь мои сообщения, ты вообще пипис. Я, кстати, Макс, правильно же понимаю, что актер, который сыграл этого, как там, Барни Рамбл, или как там его, который там, типа, ебёт всё, что движется, то, что не движется, он двигает и ебёт, на самом деле, как бы так сказать, такого же цвета, как цвет нашей полоски щитов. Ну, я тебе ничего не знаю. То, что он... Твич, я сам себя осуждаю, то, что он гей. Актер именно, я имею в виду. Гомосексуалист, Андрей, говорится. Мужеложец ты. А он актер гомосексуалист. Слышь. Чё ты там сдох-то вообще? Я сам не понимаю. Ты ногой что ли там налетел? Ага, пяткой, блядь. Кто тебя знает? Смотри, ни перед кем не спались. Уличная сестренка я. Че-то наслушался этой песни. Вот я пришла, пижамку нашла. Привычно в этой жизни воцаряется лень. Открытый. А надо, кстати, вот реально себе тетраколу купить. Если что, насчет пива я пошутил, Максим. Хорошо. Просто я его куплю, но тебе не скажу об этом. Андрей, я ж ты это пони... Ну, давай так. От литра полтора ты вряд ли что почувствуешь. Ну, если ты не будет... Как я почувствую? Ну, давай так, если это будет имперский стаут, ты почувствуешь, что я пьяный. Да ты всегда пьяный, мне кажется. Он взял, обидел сейчас Андрея. Почему? То есть ты, типа, становишься пьяным, и это тебя обижает?
Не, ну тут, то есть, ты говоришь, Андрей, ты постоянно пьяный. То есть, по-твоему, я в запое, да? Нет. А ты в запое? Надо. Почему ты так посчитал? Да, да как посчитал? До 5? До 8, да. До 6, 4. Я удивлен, считать умеешь. Не, я как истинный орк умею 1, 2, 3 и много. Много, да. Ну считаешь? Тут охота крепкая выпала. Вот я пришел. Пивасик нашел. Я, кстати, себе томатное газе купил. Да тебя там возродят-то. Ты опять его купил? Ну я новое купил. Вкусное. Наверное, вкусное. От Горьковской пивоварни. Я меня убью! Мат, горько скрипел варн. Да вы издеваетесь, кого вас? Вот я пришел, приватик нашел. Привычному ежиди воцаряйся. Макс! Макс, это не друг? Чё? Ты мне друг, товарищ или приятель? Друг, товарищ, приятель. Братан? Нет, ты мне не братан. Взял, обидел. Ну, я знаю, кто я тебе. Кто ты мне. И кто я тебе? Знакомый с Киберпанком. О. Ну, у тебя нет последнего дополнения, поэтому уже не прокатит. Я не буду его покупать. А чё тут? Я как игры от конченых уёбков не покупаю. Что ж так критично? Макс, ну давай так. То, что делали CD Projekt в начале того года... Хорошо, Андрей, тебя все обидели. Не-не-не, не все. Я реально единственная компания... Ну, Wargaming и они. Wargaming, потому что уволили моего любимого разработчика Тульщиков. За его у тебя был любимый разработчик Тульчиков? Он был у всех один и тот же. Это Сергей Буркатовский. Первый слышу. Ну это, ну Макс, это реально один из главных разрабов танчиков. Сергей Буркатовский, серб. Знаешь ли ту фразу, как ЭТС, которая как только так сразу? Нет. Ладно, это я забываю, что в Тульчик ты не играл-то по сути. Я особо да. Особо не играл. Знаменитая фраза. Ну, это любимый был ответ разработчиков на вопрос когда и сам добавил что когда. Ну, никогда. В смысле, когда выйдут шведы? Как ЭТС? Когда вы перестанете быть зажавшимися мразями? Как ЭТС? Так чё, когда? Как ЭТС? Когда? Ты не знаешь, как переводится как ЭТС? Нет. Как только, так сразу. Так я бы не сказал. Вот, как только, так сразу. А тебя когда возродят? Ты не в курсе? Ну, не, я вышел из игры. Я понял. А если что, пошутил, Максим. Я понял, что я тебя вижу. Нет, скажи. О, только скажи более зловеще. И более медленно. Еще более медленно? Да. Растягивай прям буквы. Блядь, да не так, как будто срать там. Да я стоит. Я сам не понимаю, что тебе надо. Скажи, вот я эту фразу. Растягивая буквы медленно, не кряхтя, блядь, как будто у тебя запор. Запор у тебя. Ай, сей.
Немедленно, но под конец все равно ты решил покакать. Ёха, жмуха. Сам какуй. Вот я пришел. Снова хорошо. Опять Андрей. Да извини ты, Макс, угомонись, пожалуйста. Спасибо за извинения. Вот ты пипи. Максим, как пипи. Максимка, пипись, вопрос тебе. Ты сам Максимка, пипись. Так не к тебе вопрос. Мне как, каких... Это... Мне, короче, родителям собирать большие конфеты, или, то есть шоколадки, или именно конфеты? Конфеты лучше. Но я не знаю, что за большие шоколадки. Ну, я имею в виду, ну, большие шоколадки, там это всякие условные Аленки, Милки, Хуилки. Риттерспоты. Так это же фигня, не? Ну, ну я тебя уточню, к чему я это, если что. Ну, скоро же Новый год. Ну. Мои родители любят это, ну, типа, сладкие подарки делать. Угу. Если я им делаю, им очень приятно. Ага. Ну, просто ну, сладкие подарки, Макс, Макс, ну просто ты же все-таки, хоть и сейчас являешься бы это ебучим релакантом, предавшим нашу родину. Но раньше же ты жил в России, я думаю, тебе сладкие подарки на Новый год одарили. Ну да, конфеты, ну. Конфеты можно быстро съесть, вот. А шоколадку придется доедать. Ты не поверишь, ты недооцениваешь мощь моего бати. Ну, тут для уже моего... как бы этот. Для моего бати шоколадка это как раз идеальный размер конфеты. Ну, значит, шоколадки бери. Главное не сделать, как в том году. В том году что? А я купил, да, купил шоколадки, но половина из них была с орехами. И? А у отца уже, ну, зубов нету, ну, челюсти не вообще. Ну, ты представляешь, он такой, бери шоколадку, а там оранжет недроблённый. У него, ну, наверное... знаешь, значит, типа эти, бери конфеты, которые эти, ириски, кис-кис. А, которые это, ну, свои-то зубы вырвет, не то, что это да. Вставную челюсть, да? Кстати, Макс, я что-то вспомнил. Ты погляди, ты мне разве не у торговца покупать должен? Воскрешение меня. Ну, зеленого я еще не находил, у кузнеца не было. Так что вот как-то так. Я просто вспоминаю, как-то купил я родителям готовые конфетные наборы, Максим. Угу. Матери поменьше, но от Красного Октября. Ага. Ну, это вот, тут предводитель Аленки и так далее. Угу. Там не только Красный Октябрь, там еще Бабаевский был и Роспром. А матери, это отцу побольше, но от компании Конти. Какой? Конти это наш курский, Конти это наш курский производитель. Я знаю. Ты, Мордор, эти конфеты видел. Возможно. Ну так вот, да. И короче, в маминой коробке была Аленка. Угу. И короче, звоню я им после Нового года. И отец говорит, что они с мамой пополам эту ну, шоколадку съели. Угу. Потом я уточняю у мамы. Мама, поясни мне, что значит пополам. Ну она такая говорит, ну я три плиточки, он остальное. Ну, в смысле, три квадратика, я имею в виду. Понял, понял. Ну, так, то есть все по-честному. Мама, три квадратика, а он все остальное. Не, Макс, ты не подумаешь, что я как-то сейчас пытаюсь что-то негативное на своего отца сказать? Да, я типа понял. Это реально, не, лично на мой взгляд, мой отец самый лучший батя в мире. Ну, конечно, ты поспоришь, ты будешь говорить, что твой лучший. Ну все мы понимаем, что ты, как обычно, ошибаешься. Угу, да-да. Порассказывай. Это если что, шутка, Макс. Да я понял. Вот, Макс, пришел. Как тебе геймплей, Андрей? Не, мне прям заебись, я тебя на стриме смотрю, мне охуенно. Понятно. Вот я пришел, голову Макса нашел, привычного и жизни повторяется, изврат. Изврат? Андрей, ты изврат? Ну, мы с тобой. Ты голый и я.
Это и тот еще. Эх, Максим. Чё? Я зачем разговаривал, что а он не что? Нет, да сейчас правда, Максим, на мои слова молчал. Повтори последний. Я мог не забрать. Не дай, не давай, давай. Андрей, и, типа, давай начнем с того, что я не слышу, что ты. Секс, обойдешься без секса. Нет. Смотри, по что ты меня кинул? Так, Макс, знаешь, что я, кстати, ненавижу больше всего в шортсах? Что? Что они короткие? Нет, не то. Я не знаю, вообще в англоязычных, кто говорит, в шортах это встречается, но в русскоязычных это встречается частенько. Когда шорт, сука, три, это там написано, что там какой-то рецепт или еще что-то. Mm-hmm. Шорт минута и 40 секунд этого ебаного шорта рекламы. А то есть 50, блядь. Я не особо шорты смотрю, поэтому... Ну типа, мол, я вам покажу, как готовить сосиску на гриле. Вот, берете сосиску, ложите на гриле. Ой, яка у меня гриль испачкался. Хорошо, что у меня есть моющее средство из залупы маркетолога этого ролика. О, ну. Нормальный контент. Моющее средство из залупы маркетолога этого ролика. Это лучшее моющее средство в вашей жизни. Купите моющее средство из залупы маркетолога этого ролика. Ведь только по моему промокоду я продажная мразь. Вы сможете получить скидку 0.5%. Ну, найс. Зачем? Ты был бы против, чтобы у меня была реклама? Давай так. Я бы заработал есть... денег, купил бы тебе танчик. Есть два вида стримера. Ты и кончик. Ну, не надо. Давай так, не так, не. Ты, Димка, Эд, Артём и Антон. Ну, еще Хося. Еще Яна. И конченые. Вот. Так что вот, у нас реклама будет хорошая. Макс, реклама Вартанда. Чтоб мне платили танчиками для тебя. Ну прикинь-ка, как хорошо, тебе реклама, мне танчик. А, как же срато, у меня щит, ёбаный щит постоянно восстанавливает. Согласен, Максим, с тобой? Конечно. Продаём тебе варги, это, как-то, гайдину. Да и меня на работу не взяли. А ты, а, да ты ржал сказал. Да. Так что нет. Они мне предложат рекламу, я такой, а вы меня на работу не взяли. Макс, ты пойми, они, у них просто дресс-код, они берут на работу, тебе только конченый хуёк. Ага. Ну ладно, если они мне так скажут, то окей. Они тебе, а тебе, раз они тебе не взяли, значит, кто ты правильно, солнышко. Игра, можно патронов, пожалуйста?
Как это тупо. Дрень вокруг бегает. Можно я пойду подремлю? Ну, скорее всего, можно, да. Можешь я тебе Starfinder пока почитаю? Читай. Сейчас пойду скажу такой. Но твой же Starfinder уже старый, по факту. Так, найди. Да. Силовая броня представляет комбинацию защиты и полезности. Благодаря увеличению силы, набору особых свойств, с которыми не сравнится обычная броня, силовую броню можно считать... это броня, которая у меня появится, между... А? Броня, которая у меня появится. Когда? Никуда не появится. Как... Ну давай так, для этого ты должен начать играть у меня кампейн. Угу. Если ты меня не зовешь. Ну, все понятно. Макс, ну давай так, я это тебя зову, но извини меня, ты при всей моей любви к тебе, одному тебе я водить не буду. Ну как так? Может, Саня играть будет? Вдвоем, давай. Ну да, значит. Зато знаешь, какой романтик, понимаешь, один на один с тобой играть. Угу. Ты же понимаешь, что я просто скажу, мне будет спазу балатить бои, просто вас тупо тебе просто в одной теме, просто выебут в первом же бою. Хреновый СТГМ. Почему? Не балансит сражение. Я даже принципиально эту главу не читал. Блин. Не, ну понимаешь, я принципиально вообще ни одной книжки по тем системам, которые умею водить, не читал. Как бы не показать. А баланс у меня хороший. Да умри ты, блядь, уже! Нет! Я почти застрял. О! Е-е-е, у меня патроны для моей пушки появились, я его быстро убил. What the hell? Урон первого выстрела после перезарядки. Найс! Nice. С луком вообще отличная тема. Вот я пришел. Макса Ванус выебол. Тебя Ванус. Так, шанс выдвоенного расхода дополнительного навыка. 50% шанс на выдвоенный урон. Угу. Макс, а ты меня любишь? Подпевай, сука. Какого? Что какого? Что подпевать? Ну подпевай мои песни, говорю, а ты меня любишь? Да. Нет, нет, не то слово. Нет? Не то слово. Возможно. А да. А? А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Мама. Слышь, ты пес.
Так, подожди, че я в руки взял? Ой, пес. Ой. Мой. Не пометится, маленький был. Андрей, где тебя воскресить? Пивной. А скажи, где пивная? Проспект Победы, там дальше не помню. Ну, значит, не воскресим. Ну, там найдешь, там на главной улице. Нет, это фигня какая-то. Ты обманываешь, что на главной улице? Пёс. Чем? Вас, кстати, в городе такой нет улицы. Пёс. А кого вы победили? Где? Вот именно, что вы никого... За все существование Чехословакии вы... Гениально победили только член немцев, которые вам в рот сунули. Андрей, тебе в рот насовали, и что? А вот мы потом подошли к немцам, сказали, сюда иди, поебалу, на. Кто мы? Мы народы советского. Встает нерушимый республик свобод, платила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народа великий. Могучий Советский Союз. Понял. Ты пал? Или ты не понял? Я не понял. Ты понял или ты не понял? Я тебя не понял. Говоришь, как крякает. А может ты понял, а ты не понял. Вот бы ты что понял, а то ты не понял. Ты не крякай. А то ты не понял. Вот было бы что-то, если бы ты понял, а ты не понял. Смотри, они не дома тут. У меня опять патроны не кончились. Я опять кузнеца вижу. А он меня видит? Ужас. Че там слушаешь? Ой, ё. Какой он? Тупой. Уверен? Да не, я рассказал не тупой, а максимально конченый. Точно уверен? Да. И чё за хуйня?
Смотри, я вроде до босса дошел. А? Или не дошел. Да я говорю, я вроде до босса дошел. Или не дошел. Молодец. Или не молодец. Или не молодец, да. Следующий выстрел или на. Макс, подожди, помолчи сейчас минутку, пожалуйста. Совсем просто замолчи, если можно. Ладно. Можешь говорить. Говорю. Андрей, я нашел, где тебя воскресить. Просто, чтобы ты понял, я хотел этот звук послушать, потому что его этот канал с YouTube удалили с этой озвучкой. Да? Да. Я не говорю, что это связано с тем, с обрывком, но просто говорю, что канала теперь не существует. Все, я тебя воскресил. Зачем? Мне так классно, это у меня такой классный геймплей был. Да-да-да-да. Мега геймплей, да? Да блин, я опять не то поменял. Во, теперь то. Вот я пришел, фраку Макса нашел. Ну ты, короче, не дохни. Ах. И врагов бей. Вау, тут. Туда забрался. Я же обезьянка. Обезьян? Макс, он меня ваншотнул, ты понял. Не, он тебя ваншотнул. А че ты упал так быстро? Я не знаю. Правда, мы тебя ваншотнул, а по тебе стреляли. Вот. Мега геймплей! ГЕ! И краткая геймплей. Писит у него броня, блин. Макс, это, кстати, про эту аниме про Лолю, или про бессмертную эльфийскую Лолю не смотришь? Она же не бессмертная, блин. Но все равно, но вечно молодая. Я не знаю, она в серии 4 видел. Очень, как бы, медленно. Что? Ну, очень медленно, неспешно аниме, я не понял. Там просто ничего не происходит. Что там я слышал, там рассказывали, что с нее трусы снимали. То есть юбку задирали пацанчик, а потом она видит, этот пацанчик дед. Так не снимали же трусы. Ну, я говорю, юбку задирали. Ну, да и... Это ты меня задирал юбку, да? Я теперь дед. Раздевайся. Эфика. А эфика не раздев. Смотри, тут геккончик, его надо бить. Чек. Вот
тратить мои патроны. Жек, по-моему, это, кстати, аниме смотрю, но манга читал. Жека любит всякую странную хуйню. А знаешь, что у меня сегодня гуля было? Какого? Мне друг убил. Какой? Макс. Нифига не хватит. Думаю, ты его неправильно понял. Он и... Видишь, ты его не понимаешь. Я его другом считал, Максим, представляю. А он... Не выдумывает. Он, оказывается, Максим. Да еще к тому же и стример. И? И мы его осуждаем. Понятно? Макс, ты что это опять над тобой издеваюсь? Не надо. Я к тебе со всей душой. Вот это как мне ко мне совсем дух. Я к тебе со всем духом. А я к тебе со всем духом. Макс, ты любишь пердуха? Да и засунь свою пердуху. Пердуха, я говорю. Ну, засунь ты свою пердуху. Сказал ко мне со всей душой. Вот я говорю, как ты относишься к пердуха? Андрей, я доберусь до тебя пердухой. Я значит, не про нормально про пердуха разговариваю. Да. Что ты имеешь против пердуха? Пердуха, Максим. А ты что имеешь против? Враги наступают. Что с ним делать? Бей их и насилуй их трупы. Ты что-то как не особо. Ну тогда пусть они убьют тебя и насилуют твой труп. А меня-то за что? Я думаю, есть причины. Так не надо меня как раз. Что я им сделал? Я к ним со всей душой. Я, короче, посмотрел немножко аниме про это. Про героиню, которая злодейкой переродилась. На которую мы с тобой разговаривали? Да. И как тебе, прикольно? Ну, главное, героиня топ. А сам сюжет, ну, такой. Ну, да. Могли бы получше. Потенциал был. Главное, героиня топ. А, все, я погиб. Ну конец-то, таки, блядь! Давно пора тебе было сдохнуть, скотина. Без негатива. Я думаю, у меня снова этот навык, который нормально реген дает, не выпадет. Макс, я тебя буду звать ласково, Максим, скотина. Это скотина. Даже нормально прокачан был. Упал 8 раз. Андрей, видишь разницу в нашем уровне? Где? Ну ты 370 тысяч нанес в общем, я нанес 340. А, я нанес 3 миллиона 465 тысяч. Ну это все потому, что ты ваш пед. Ты ваш пед. Это да. Ну я тебя все равно люблю. Эксклюзивных. Понятно, Максим. Ну а знаешь, почему я тебя люблю? Почему? Потому что ты мой друг. Ты мой друг. Давай так же споем песенку вместе. Какую? Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. Давай дальше. Теперь. Я не знаю эту песню. Нет. Против Кости. Нажимай, готов. Зато ты можешь спеть не эту песню.
Я до этого пойду посру. Ты до этого не мог посрать? Не мог. Ты махнел. То есть пока я там бегал, ты не мог посрать сходить? О, ужас. Я насрал тебя в душу. Нет, и зачем? Нет, что друзья не растут в огороде. Не продашь. Нажми готово. И не друзей. И друг, который не растет в огороде. Нет, ты не мог посрать, пока я, блин, 5 миллиардов патронов выпускал. Он в волшебном тележке своей. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет. А вот секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-л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 я
Честь и отвага. Эй, доблесть, отвага и честь. А, отвага это рыцарь и шпага. Шпаг, никогда их не съесть. Грустное рычание под бодрое рычание под дружество. Ежание рождается на свет. А больше секрет для маленькой Максим солнышко. Тоже солнышко, пошли солнышко. Макс, а ты любишь пицца? Какая пицца? Ну, которая пицца. Которая не с огурцами? Макс, с огурцами вкусная пицца. Первый слушал. Мне кажется, ты выдумываешь. Рот твой выдумываешь. Ты выдумываешь. Почему я твои выстрелы не вижу? Ну, потому что я не стреляю. Серьезно? Это же очевидно. Пошли назад. Это мой... А почему ты не стреляешь? Кстати, если что, у меня сложились такие обстоятельства, что я могу сегодня чуть-чуть подольше поиграть. Хорошо, ну, посмотри. Ну, чуть-чуть. А тебе так сложились обстоятельства, что мне вечер нужен? А? Что мне вечер нужен? Не понял тебя. Что мне вечер, говорю, нужен? А, этот? Видосами заняться плейлист собрать. И проверить все, что у меня там есть. По-хорошему, надо бы это нам с тобой вместе делать, чтобы согласовать, чтобы мне это не... Не, ну не для этого расписание выложено было, ты можешь там проверять. О, я опять эту штуку нашел. Я теперь реген опять. Макс, ты мне друг? Что ты хочешь? Ты мне ответь на вопрос! Я тебе друг. Вот все, заебись. Я тебе ничего не надо, я просто спросил. Хорошо. Ты. Ох, слава богу. Чем? Да, блядь, знаете, я, по-моему, ты мог сагриться на правду, что мне тебе ничего не надо. Я мог бы. Но, Андрей, ты ведь ничего плохого не имел в виду? Нет. Ну все. Только то, что мне от тебя ничего не надо. Вот. Поэтому я не цагрюсь. Пока что. Пока что. Получалось так, что ты покакал в момент, когда говорил пока что. Ну-да-да. Пока что. Держишь?
Арвингсон. Или не Винг? Сам ты Винксон, вот станет, я Андрей. Are you Винксон? Кстати, Максим. Чем? Если завтра на стрим придет разработка. Кто? Ты не задавай вопросы, ты просто говори ага. Ага. Вот если на стрим придет разработка. Я даже не знаю, кто это. Ну я тебе уже рассказывал 10 раз, блядь, кто это. То, что у тебя память меньше, чем, блядь, 1 мегабайт. Это, вот видишь, агришься, Андрей, просто, типа, агришься. Ну это я правильно, ладно, извини, у тебя не 1 мегабайт, у тебя 2, сука, мегабайта памяти. Ну учитывая, что у тебя меньше. Ну вот. Хорошо, если придет, то что? Ты ну, забудь. Скажи, гляди, это, говори ей не просто привет, а говори привет, прекраснейший робокоммунист во вселенной. Забуду точно. Потому что она прекраснейшая она прекраснейшая робокоммунист во вселенной. Что за робокоммунист? Вот, это разработка. Какая разработка? Разработка чего? Я его, блядь, тяну со мной табуреткой. Аккуратнее сюда заходи. Огонь. Так что запомни, Макс, скажешь ей, что она прекраснейшая робокоммунист. Я надеюсь, я не знаю. Потому что она прекраснейшая. Потому что она прекраснейшая робокоммунист. У меня парень есть. Да вроде как нет. А. Ну тогда скажу. И она симпатичная девушка, если это в РЛ. Только не в Праге живет. Да, в Москве. Да. Поэтому она моя, отъебись от нее. Нет, все. Забираю в Прагу. Пошли? Отстанет робокоммунистов. Что им делать в Чехии? Настроить коммунизм. Ну все, я буду приветствовать тем... Мадам, не хотите ли уехать в Прагу? Ага. Вашей маме зять, блядь, не нужен. Вашей маме зять не нужен. Ну я это тоже могу спросить. Тебе какое-то особое оружие нужно? Да. Какое? Калашников. А тут есть аналог? Нету. Хотя, учитывая, как мы часто в нее играем, может уже и появился. Не, ну вроде новый контент добавили. Ну я про это имею в виду, то, что мы с тобой играем, как поется в одной песне. Один угол, Максим не пес. Что Максим? Пес. Блять, интересно, когда мне Андрюха уже мои бокальчики пришел? Никогда. Ты можешь сказать, я приеду к нему в Москву домой пизды, приеду к нему на квартиру, а бокальчика там не окажется. Да. А, блин, тут торгаш был. Которого продается фигня. Один раз в год, Максим Лашпет. А что за позади народ, Андрей? Ты чё их призвал? А это подади гуд, это лихой поворот, Максим, не тупи. Да-да-да. Хоть я этого автора и этого певца и недолюбливаю. Что он тебя опять сделал? Где он тебя трогал?
В области... Я бы пошутил, где бы он меня трогал, но я не хочу, чтобы тебя забанили. Хорошо. Молодец. Ну давай так, Макс. Макаревич, правда, очень специфический человек. Ладно, Андрей, иди сюда. Вот это идем. Проходы. Проходы. Погоди, Макс, ника мой пес. Давай сюда. Макс, ты пес? Ты или пес? Лис? Ой, я, блядь, не то улучшил, ну ладно, сука. Бывает. Макс, а ты любишь лис? Кого? Лис. Я собачу. Ты лишь миленький. Угу. Тем более я животное. Лис. Да ты серьезно? Иди сюда. Не могу. Ты ползти не можешь, что ли? Могу. Ну. Так, пока тебя поднимал, эти сзади подошли. Ты сказали самые трусы? Ну почти. Да ёб твою мать! А чё ты на огонь нарвался? От огонь? Ну ты не видишь, что я не показал эти странные платформы? Не, обычные платформы. У меня дома такие же. Угу. Это у тебя пол с подогревом, да? Нет. Это у меня холодильнички для пива. Мини-холодильнички для пива. Шумка герой также получает минус... Минус 10% к защите. А у тебя что, нет мини-холодильничка для пива, Максим, дома? Нет. У меня большой холодильничек для пива. Ну, у меня это тоже, но у меня еще мини-холодильнички. Вдруг мне захочется попить пиво в самом неожиданном месте. В каком? В туалете, что ли? Не, ну это обычное место для питья пива. Так что не уверен. Так, 3 отскока. Иди, Максим, запоминай. Если заходит на стрим, ну, разработку, я уже сказал, что нужно говорить. Угу. Ты думаешь, я дальше что-то запомню? Я запомню, что надо говорить, типа, мадам, вам вашей матери взять не нужно. Вот. Да гляди, если заходит Зихири, угу. Ты угу. Говори, Яна, включи вебку. Тут я вообще ничего не понял. Ну, а если заходит Хоси... Говори, привет, прекраснейшая шаурма Питера. Именно не шаверма, именно шаурма. Короче, сам будешь все говорить. Так это мне говори, что они зашли. А как я узнаю, что они зашли? Да, что они напишут там привет всем, конца, ну, хватит. Я обычно ник же произношу. Конца, хватит кричать. Максимка, солнце мой. Хоть и игнорил меня сегодня весь день, сволочь такая. Ты меня игнорил. Я тебе текст песен скинул, пёс! Ну, игнорил меня и скинул текст песен. Ладно, Макс, правда, если я сюда в начале стрима чуть переборщил палку... Да ты капец переборщил. Извини. Ну ты меня не игнорь просто, пёс. Подожди. Я говорю, подожди, он уже куда-то убежал. Почти всех убил и выехал из трупа. Ну. Правда, Макс. Че? Я же к тебе с позитивом, просто хотел на того поездить. Вот не надо было. Хотел. Блять, он меня... Ты уверен, что ты всех убил тут? Он ваншотнул меня щитом, если что, чтобы ты понял. Так не подходи к нему. Ты его уже убил, так я к нему подойду. Вообще не подходи, он там еще один есть. Кстати, мы будем проходить тугезеры? Да. Ну это, мы тут. А, и в Ахе. Мы тут были, наверное, более правильно. Да? Не, ну, Макс, блядь. Там какая-то из частей называется тугезер. А, ну да. Да. Поэтому тугезеры все, не ебил. Одна из частей называется тугезер, поэтому ты все называешь тугезер. Да. Хорошо. Пошли.
секретную комнату. Напомни, как ты плюшку звал? Какой ты моей стримершей изменялся, что я бомбил? По-моему, над плюшкой. Ничего не понял, чё? Ты какого-то стримера, который я смотрел, типа специально коверкал его имя, чтобы надо мной поиздеваться. А не хочет? Да, я не специально это делал, ну, типа... Не, ну сначала не специально. А потом? Потом что причально. Потом специально. Получаем урон, 330, наносим урон в течение 10 секунд за каждый... О, найс. Максим, ты солнышко, ты в курсе? Ну, я в курсе. В курсе ли ты? Нет, блядь, я не в курсе. Ты пёс. Сутулый. Ты пёс. Сутулый. Ты пёс. Сутулый. Пошли, пёс сутулый. Подожди. Ты пёс сутулый. Ну, пёс сутулый, быстрей, давай. Пёс, пёс, гав-гав, быстрей, быстрей. Ты пёс сутулый. О, блин, тут бибизян будет. Короче, сам будешь бибизяна убивать. Ладно. Пошли. Ты ж не понимаешь, что я говорю. Гав-гав-гав, гав-гав. Давай, гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав. Ты пёс сутулый, я понял. Ну я с тобой на твоем родном языке говорю, чтобы ты понял. Ты ж пёс сутулый. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав. Так что, типа, завязывай пёс сутулый. Да, пошла! Что этому хрену надо? Потрогать я за мягкое. Ну ничего, больше мне не надо? Что ты делаешь? Ваншот. Тебе надо точно учиться дурить. Уу, блин. Бешеный кошарок. Бешеная шаверма. Ты кушаешь шаверму из кошаков? Ёб твою мать! Андрей, серьезно. Я отпрыгнул! Я не знаю, как тебя отпустить. Он типа не даст мне типа подняться. Додж, додж, додж. А ты додж делаешь? Ну типа назад когда отступаешь. Да мило, додж, додж, что мы трясли максимум. Нет. Это основная. А! К получаемому урону. Чуть броня больше нуля. Классно. Класс, класс, класс. Че, Андрей, класс? Угу. Или не класс? Или все-таки угу. Класс? Угу. Взяли твой люк. Угу. Ага. Или угу? Угу. Че угу? Угу. Так че угу? Угу, угу. Угу. Угу.
Угу. Или не угу. Так угу или угу? Угу. Или не угу? Угу, угу. Где угу? Ага, угу. Угу. Ага. Или не ага? Или все-таки нога, ага? Блядь. А может нога, ага? Блядь. Нога, блядь. Не ага? Нога, блядь. Ты че? Будь пободрей, сударь. Хуй через твое плечо, Максим. Через твое. Раздевайся. Нет. Пес, пса ответ. Андрей, давай играть. Да. А что? Ты серьезно? Ну да, игр много есть в этом Пошли. Мире. Пошли. Ну может ты со мной хочешь что-то интересное поиграть. Угу. В Майнтайм с Эдру. Так, угу. Ну правда, ну да? Угнетает мне эта игра. Тогда не злись на меня, если типа в Майнтайм и Сэндрук я буду хренью заниматься. Заметь, я играю с тобой, и даже пытаюсь не умирать. Ну. Я что, тебе говорю, что ты плохо, что умираешь? Просто убивай! Берешь, убиваешь врага, и все, и найс. Окей. Ёп! Оу! Да ёп, сука! Андрей меня бьет. Не бейте Максима, этого уёбка имею право пиздить только я. Слышь? Что уёбка? Слышь? Что? Ну, слышь. Малыш, меньше употребляй гашиш? Пошли. Давай сюда. Let's go, зир. Да, стреляй, 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 стреляй. Да, ты как будто бы не стреляешь. Не, надо делать как орки. Дака. У тебя слабая дака. Дака. Блин, опять этот хмырь. Где дака. Как больно! Андрей, за что они так? Я прикрываю твою сраку, Максим, не переживай. Ты что-то слабо как-то. Они больно бьют. Меня псы загрызли до смерти. Давай. Постоянно двигайся. У тебя, тем более, вроде бы такая же способность, как у меня, так что постоянно регенишься. Где там эта дака?
хрена. Мы даже до босса не доходим. А напомни, что твой бигзян делает вообще? Хуй знает. Вода с вами кидает. Ничего не делает. Потом волосами кидаться это типа нихуя сосать. Так что, Андрей, поясняй. Ёбаный. Булочка восстанавливает на 50% больше здоровья, а все соединения получают 25%. Найс. Понимаешь? Хватит жрать, и так толстый. Сотрясать холмов надо. Это что такое? Походу базу. Давай. Хотя не, мне не надо. Так, ага. Ну пошли. Макс, пока мы в безопасном месте, дай я отойду на секунду. Давай. Неприпущенный урон, преобразовывая в крадин, количество урона зависит максимально счета брони струйного. Кран за каждого убитого или помощь в убийстве или... Да? Ноль. Процентов к урону за каждого питого или помощь в убийстве элитного воина или босса. Ну, потенциально лучше. А как считается вообще помощь? Здорово, Силдар, чего нет? О, нет, ты опять один на стриме? Штейн, нельзя. Слезай. Какой укроп? Ну такой укроп. Эйнштейн, слезай. С кем? Как ты думаешь, с кем у меня кооп может быть? У тебя типа три попытки. И что молчит? Ты знаешь, зная Андрея, он всегда какать ходит. Каждые 10 минут ему надо сходить покакать. А, вот. Че, не знал, что ли? Андрей какает. Какое? Урон на первый выстрел при использовании грозы. Следующий выстрел после нанесения урон снайперской винтовкой. О. Блин, а что этот глаз бури не выпадает? Я специально со снайпами хожу. Же, это снайпа уже? Да, это снайперки. Так брал бы с собой. У меня мастер так делает. Что бы брал бы с собой? Блин, он там серьезно покакать пошел, что ли? Сколько можно? Че, как дела, Тилнер, вообще? Так, комп, ноут, телефон. Он вас водил в туалете, что ли? Серьезный мастер. Я бы у такого боялся водиться. Генезис.
По идее, это сжигая мосты должно работать. Это щитам брони. А что, броню как-то может быть? Ну что, покакал, пошли. Угу. Я какал и думал о тебе. А тебе нахрена? Когда ты какаешь? Тебе нравится, когда что-то выходит в свою попу, и ты думаешь обо мне? Я всегда думаю. Ты что-то странно. Мамау, бау, 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 бау. Солнце, солнышко Максиму. Бау, 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 бау. Какие-то кошки, которых кто-то ебёт. Ага. Жги меня, дядя! Что ты там опять отъехал? Ну просто огнемётчик. Так я не подходи к ним. Здоровее будешь. Почему игра похожа на скучного серьезного Сэма? Кто пишет? Хилда. О, Хилдам, привет! Ну как там, доехал до пупа ежа? О, наконец-то хоть что-то интересное в этой игре появилось, появились зрители. Хилдам, я рад тебя видеть! Хилдам, привет! Как там пуп ежа? На пупе, блин. А, не пуп, пупырь ежа, пупырь ежа. Кстати, Максим, да. Помнишь, там Хилдам тебе вчера про игру рассказывал? Какую? Ну, свою, ДНД. А? Как он... ну. И там была у него фраза, что я в трактире сижу я с плутом. Ну. Я читаю, я прочитал ее первый раз так. В таверне сижу я и пупы. Серьезно, я тебе говорю, я это так прочитал. Так, хорошо. Ничего, с пупырем. Да, это сейчас и Сидор нас спрашивает. Сидор, как там пупырь ежа? Да. Ну, что, как там пупырь ежа? Что? Максим, ты где? Я тебя не вижу. Вот он. Как этого... убиваю. Убиваю убивца. А надо было пупырежа убить. Что тебе пупырежа сделал? Не убивай, не убивай пупырежа, подумай хорошенько. Итог? Капец, Силдерн странный. Че? Ну он спросил у своих, есть, можно ли ему выложить в твою группу картинку холодильника. Ну каких своих есть? Походу кориных. Ну или перепелиных. При чем тут они? Ну потому что он написал, яйца сказали можно. Где? В Дискорде. А, в Дискорде? Какие яйца? Ну, он сказал, шары сказали можно. Какие шары? Ну, его шары, я сказал. Силдар, что происходит? Ты имеешь против Брейжа и яиц Силдена? Не знаю. Я просто их не видел. Мне страшно. Понимаешь, что это опасно может быть?
Или не понимаешь? Что там с Эйнштейном? Ты играет. Я просто какие-то ворчания слышу. Но он, видимо, меня пытается привлечь, чтобы я с ним поиграл. Нет, Эйнштейн, сегодня Максим моя сучка, а не твоя. Андрей, ты моя сучка. Не буду мой. Ну, я то выдумал. Тут, видите ли. Ары сказали, что шараюбиться можно. Шары сказали, что можно, это уже мем, который появился на ДНД партии. То есть... Интересно, что мы не знаем этот мем. Ну, мать, ты чё, Макс, тупой? Ты что, не состоишь в ДНД партии Хилдерна? Ну да, ну по четверке. Чтоб я и не состоял по четверке в ДНД партии. Я один из пяти игроков в ДНД 4, которые остались в мире. Один из одного игрока. Чё? Один из одного, блин. Один из одного. Уникальный, короче. Мега-босс. Знаешь, как в One Piece и Шичибукай есть также игроки в ДНД 4. В Монтах есть Шичибукай? Блять, он там черт уже ногу глотает. Синдерин хочет знать историю нашего кей-попа с тобой, Максим. Что? Как мы с тобой стали лучшей кей-поп группой Кореи? Мы всегда ей были. До рождения. Оу, юб. Ну что, нельзя слезть. Он что, тебя ебать собрался уже? Нет. Ну на диван залез. Последнее время Максим... охренел. Сейчас, подожди. Защитили. Так, шли, нет. Чё? Ты что, спокойно. Чё, переволновался сегодня, чё? Пубертатный период начал, что ли? Андрей, ты как, Джой? Да, ты. Ты чё, Эйнштейн? Поздоровайся, стрим. Вас искусственно вырастили, да? Бля, меня убили. А я не успею. Или успею. А ты как возродился? Забавка, что ли? Да. Что за элитное вторжение началось? Что-то какую-то там ящерку нашел. Короче, взяли самую сексуальную мальчиковую группу. Самую сексуальную женскую группу. Их убили, блин, и перемололи в землю кашку. А? Да он опять на диван залез. Все, махнул. Их взяли, перемололи в генную кашу, и так получились мы с Максимом. Генная каша — это каша гены, да? Ты видел этот комикс? Я желаю салат шефа. Шеф, отдавай свой салат. Нет, там мне его жена сделала. Гость хочет. Вполне. Блин, чего? Мило рожи с красными перецепляются, тут ты...
Вот, блин, Эйнштейн! А ну, след! Ужас. Как думаешь, Максим, в конце аниме неудача даст, этому андеду? Ну ж аниме, нет. Но он хочет, чтобы она ему дала. Ну, все равно нет. Во второй части она почти ему дала. Из жалости, правда, ну считается, я думаю. Ты куда пошел? Ну, в другую сторону. Нахер. Зачем ты нахер пошел? Ну, чтоб ты спросил. Ну, я спросил. Миссия выполнена. Угу. Найс. И как? Хорошо выполнен? Или так себе? Судя по умолчанию, видимо, так себе. Меня убили. Так, где меня там? Убили. Ну, Андрей. Так, извини, пожалуйста. Ладно. Вот Макс пришел. Вибратор нашел. Стремительно волье попадает. Может, торгаш недалеко. Нет, он далеко, ты его не видел. Да. Все, Андрей, ты покакал, должен быстро бегать. Этот парень доджи. Уаси. И от кого ты там хоть отъехал? Врага. От какого врага? От самого страшного. А какой самый страшный враг? Ёба! Значит, мы играем в эту игру, дело было так. Я сидел, дрочил в кулак. Вижу, какая-то игра выходит. Про это, кота с автоматом китайского. Я думал, о, прикольно. Говорю, я Макс, глянь, игра про китайского кота с автоматом. Макс такой, о, игра про китайского кота, заебись. Файл. Не, мне вначале показалось это странно. И, возможно, я даже не соглашался. Ты сказал, что это офигенная игра про кота с автоматом. Да, конечно. Чтоб я такое сказал? Да. Ты кому веришь? Какому-то дебилу типа тебя или умному, красивому мне? Так умный и красивый же я. Ты, Андрей, уже запутался. Вот, взял и оскорбил меня. Мне сказать бы, да, Андрей, ты красивый, умный, все дела. Че, Silver тебе настолько не нравится? Это же типа руги-лайк борда. Руги-лайк борден. Ау. О, ты чё? Я убили? Да. Ладно, возражусь. Возражусь? Я возражаю! Я возражаю, да. Может, вот это чё убили? Ты лошпед? Нет. Вот я оскорбил друга. Молодец, Мухин. Твоя ж фраза. Я хотел другое. Что-то хотел сказать.
я хотел тебя похвалить. Ты уверен, что ты у меня похвалил? Ну, стоп. Ты кто там еще остался? Че Силзан пишет? А когда мне такое нравилось? Не знаю, всегда. Ну смотря во что подразумевает под таким. Если он если он проеблю в жопу, то да. Если он про проедание мяса, всегда. Если он про поедание патиссона, никогда. Какого патиссона? Роберта, блять. Да. А он что-то забыл. Пришел Кейки к тебе. Андрюш, я иду тебя воскрешать. Андрюш? Андрюш. Ну иди, блядь. Все бабки мои, блин, потратил я. А анальную... А тебе в анальный арабство загнал? Тебя, да. Давай сюда. А гляди, она... Гляди на это, как называется. Андрей, мы играем уже. Так, подожди ты. Дай скажу. Погляди, как Силдерн пиздит в чате. Прям в наглую пиздит. Прям даже не врет, а и не брешет, а пиздит. Пошли. Ну, ты видишь то, что он пиздит. Вижу. Пошли. Он. Мы оба знаем Силдерн, что ты знаешь его. Не только пароли Седрика Диггори. Да. Все враги после смерти превращаются в пустынных кабанчиков, понял, Андрей? То есть в тебя. Тебя. Нет, я лесной кабанчик, не путай. Метнись, кабанчик. Пьем. Вот. Да ты серьезно, Андрей? Отступайте, видишь, они с дробовиками, блин. Тут у тебя есть дробовик? Да. Ну ладно. Тогда что ты их не убиваешь? Они тебя убивают. Андрей, а тебе нравится патиссон? Ну, если ты про овощ, то да. А если не про овощ? А если ты про то, что это про кабачковый, который что-то на грядке, то тоже нравится. Угу. Нет, хотя на самом деле, если вернемся к овощу, то на мой взгляд он так себе играет. Что в сумерках. А напомню, кто... Классная кто твой любимый актер? А? Кто твой любимый актер? Саша Грей? Ну, у меня их несколько. Ну ладно, а остальных я не знаю. Ну это... Марк Хэмилл, Брюс Кэмпбелл и Дэвид Теннет. Ну ладно, Теннет хорошо играет, но я бы не сказал, что Брюс Кэмпбелл мега круто играет. Он охуенен. Охуенен, но типа не играет. Но все равно охуенен. А, ну есть еще... А какой актер был на оборотне? На каком оборотне? Есть еще два главных пирожка Голливуда. Генри Кавилл и кто? Киану Ривз? Да. Угу. Ну это этих не любить нельзя, потому что это два главных сладких пирожка Голливуда. Хорошо, сладкий пирожочек, пошли. Дай возьму, пес. Ты что, не взял уже? Я же мертвый был. На.
Все равно долго собирался. Что им тут надо? И давай так, а Александра Серая, это отличная актриса, что не надо на нее наезжать. Я на нее наезжаю, что ли? Или Сильва наезжает? Ты. В какой момент я на нее наехал? Вот. Сказано это, пошутив, типа, мол, кто твой любимый актер? Ну, так подожди, ну ты назвал Марка Хэмилла, я что, издеваюсь над Марком Хэмиллом или что? Ну вот, Алекс... Что, мне так, мне Алекс... кажется, ты издеваешься. Александра, ты прекрасная дама. Да ёпта, я тебя опять... таранил. Так. Что ты мне взлетел? Че ты... Почему ты так быстро отлетаешь? Я не знаю, я имею в виду, типа, валяешься. Макс, ну без негатива, я не знаю. Извини меня, золотой. Уже бабок на меня в следующий раз летя, возможно, не будет. Силмар чат такой говорит, а мне Киану Ривз не нравится, понимаешь, Андрей? Так, смотри, а какой актер был на оборотне? На каком оборотне? Да. Оборотне в погонах, что ли? Ну я понял! Сумерек, что ли? Ну в Сумерках же два долбоеба, Кровосися и... Подожди, я думал, весь актерский состав долбоеб. Так что ты о них, еще хорошо мнение, Андрей. А ком? Об актерском составе. А, ну, давай так, было два долбоеба, безэмоциональное бревно. Которое какая-то... Я вспоминаю, я не помню, что это за фильм был, но в котором она тоже это играла, и там была типа фильм про Белоснежку. Белоснежка, наверное. А? Белоснежка, наверное. Да, ну там этих белоснежек снимали в последнее время, но на самом деле много штук. И там, короче, там она была белоснежкой, а этой злой королевой была то ли Кэмерон Диас, то ли еще кто. И такой, глядишь на такую королеву, которая, ух, мадам, идите сюда. И глядишь на белоснежку, и думаешь, она точно самая красивая? Актерский состав с Галь Гадот видел? Вот, чего? Я Галь Гадот, это мачеха, Белоснежка, ну такая специфичная. Ну да. Тут можно понять, почему мачеху считают красивой. Галька классно. Не совсем в моем вкусе, но классно. Есть много долбоев, но тем не менее, Сумерек. Подожди, то есть тебе нравится актер из Сумерек, который играл Оборотня? Он прикольный в целом, по типажу. Ну, мы нашли, типа, что Андрею нравится. Мне нравится Галь Гадот, она классная. Не-не-не-не-не. Тебе нравится Оборотни Сумерек? Ну, давай так. Я, блин, фанат Адракса. А у него, его главная линейка Мира Тьмы, это как раз Оборотни. То есть тебе из-за этого Оборотни нравится? Да. Помнил, блядь, Силдрона, его роль в виде Шаркбоя. Это было тогда, когда Максим был...
Ну это было 10 тысяч лет назад, начало нулевых. Ну это все было раньше Сумерек, но не факт. Да, что там он играет подростком, а в Сумерках он уже взрослый мужик, да. По-любому это было позже, сука, Сумерек. Ну не, че. У тебя эффект намечается. Взял, отъехал, кинул меня. Расстердание этих. Поймал. Можно я растерзаю тебя твои моды? Что ты там собрался истерзать? Твой анус. Твой анус растерзать. А я думал. Вы не растерзываешь шанс? Ты чё так? Я хотел расчесать анус. Ты мне сразу. Что ты хотел? Расчесать не анус? Это расчесать Синдерна, блядь. Синдерн, я не знаю, во-первых, в какой стране ты живешь. Во-вторых, есть ли у тебя длинные волосы? Но я хочу тебя расчесать. Ну ты ж анус хочешь расчесать. Нет, целиком Синдерн. А в какой стране ты живешь, Синдерн? Просто учись, ты живешь не в России, мне вот в панну к тебе ехать, я расчесываю. Меня скоро убьют. Что враг не дохнет, меня дожимают. Гадость! Ну это просто гадость! Ну что вы там... Андрей! Я короче, понял, Силдер казах, потому что он живет в Казахстане. Да, не Россия, говорят, либо Сибирь, либо Казахстан. Заметь, он, по-моему, просто живет? Стебется. Ну... По-моему, он просто стебется. Силдран, мы с тобой знакомы уже несколько лет. Чё тебе в пазл сказать, где ты живешь? Учитывая, что где я живу, ты знаешь. Где Макс живет, ты знаешь. Множитель Катуна. Че, еще один раз или все? Ну, я у тебя хотел спросить. Да я еще не знаю. Давай еще разочек. Минус 30% мяча, но урона при блоке считаю. А, было. Было! Да. Давай, Андрей, теперь ты, короче, тащишь вперед. Бебезьян, вперед. Сейчас я пойду быстро воды попью, погружаться. Где ты живешь, Андрей, вот месяц назад? Да, конечно. Смертоносный тут что такое. 5% максимально счету навсегда. Че за удачный выстрел? Дю-дю-дю-дю. И опять Андрей куда-то свалил. Фигня! 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 Поток света. Бля, какие-то кинжалы были мощные, помню. Снаряды. Крупные снаряды. И снаряд. Типа пулемет. Мерцание. А, ну кстати, вот эта штука может быть неплоха. Он живет в Брянске. Да? Нет. Да. А в туалет ходит в Челябинск. О, хуя, я живу в Брянске, блядь. Че ты скрываешь, Андрей, в Брянске ты живешь? Все, пошли. Давай так, то, что у меня отец родом из Брянской области, это не значит, что я живу в Брянске. Ты живешь в Брянской области. Взял копье, блин, какую-то достал.
Gunfire Reborn называется игра, какого хрен ты копье взял? Давай так, Синдерн. Я, по-моему, никогда не скрывал то, что я живу в Курске. Курск это только скрывает. Да. А, у меня патрон закончился. Уже. Курску? Курску, да. Ну, Курску. Максимальное здоровье равно 1. Но щит удваивается. Нахрена. А я взял, блядь. Кого? Не прочитав. Я тоже взял, но это ради прикол. А, так он все-таки правда живет в Казахстане, и он казах. Ну да. Не факт, что он казах. А кто Фендер, он ты казах? Казах? А? Фендер, ты казах? Он казах. Жить в Казахстане, быть казахом, это не одно и то же. Ну давай так, я знаю одну страну, которая считает, если кто-то есть, если живешь на ее территории, то обязан быть именно этой национальности. Либо... Братство. Либо кем? Либо в тюрьму, либо это тебя будут отказывать обслуживание и так далее. Чё? Ты про кого ещё? Ну есть такая одна страна. Там любят борщ и сало. Хорошо. И нет, я не про Россию. Ага. Беларусь? Да. Практически. Я имел в виду Казахстан, да ладно. Вы все знаете, кто откуда взялся? Вылитный, подожди. Андрей, ты в курсе, что мы находим на сложности элиту? Да? Ты в курсе, что мы ходим на элиту? На элитные сложности? Да. Нет. А мы ходим. Это Хилдрен, неправильно, не Беларусь, а Сербия. Угу, Чехословакия. Если ты не чехословак. А у вас вообще можно купить сало, Максим, соленого? Если ты скажешь в русском магазине, то это не считается. Если в каком? Если ты скажешь, что типа в русском магазине. Ну я, короче, не искал. Да вроде нет. Ну я не искал, говорю. По идее, в мясной, если зайти, может там будет. Там, скорее всего, будет сырое. Не факт. Не факт. Ну, скорее всего. Я так, ну лет. Не факт. Если будет, тебя снайпают, скажешь? Ладно. Чё творите? А, интересная история с неожиданной развязкой. Какая? Ну типа сейчас Синдер написал, что его как-то знакомый писал, типа уезжайте свою русню, и в итоге уехал в Израиль. Это походу Деметриус был. Когда? Там Деметриус главный, да, по вот этому? Да. По уезду в Израиль. Пошли. Ты куда переходишь, блин? Ну, пошли. Оглянись. Вокруг. Давай репетируем. Беги вокруг, нет, оглянись будет... назад. Тогда Тилдор завтра не придет. Ну, он и так завтра не придет. Чего это он завтра не придет? А, кстати, блядь! Чё? Я только сейчас понял.
сука, этот, Кирюха, вот ты спалился, мы поняли теперь, что ты, оказывается, двух аккаунтов сидишь. Так, типа, Кирюха разве сейчас не в Иванове? Не в Иваново, он в этом, как-то, в Омске, во-первых. А, да, уже в Омске. И во-вторых, он собирался в Иваново. Один аккаунт остался в Израиле, а второй только в Израиле, да. Один аккаунт остался в Казахстане, а второй уехал в этот, в Россию. Нет, я не могу потерять 75% своего хп, потому что у меня только один. Короче, Силдер, завтра аниме-караоке-стрим. Мы будем петь на казахском языке. Казахские песни. Че, не знал, завтра аниме-караоке-стрим? Да, и мы будем петь песни самой идеальной нации в мире, казахов. Пам-пам-пам. Ленивак. А ты откуда знаешь казахский? Андрей. Потому что ты изучал язык своим языком? Макс, просто казахский — это изначальный язык, его все знают. Он у тебя в подсознании. Ты просто должен его освободить. Гляни вокруг, оглянись назад. Это казахи с тобою связаться хотят. Мир казахским кумысом везде окружен. Казахский кумыс, хорошо. Не из лошадей, не из казахов кумыс. Да. Все с тобой понятно. Казахи с тобой связаться хотят. Прень. Что, казахи с тобой связаться хотят? Да. Естественно. О, Силлер, а можно тебе тогда просьбу? Вот так. А чье оружие это другой поменял? Да ёп. Если вот так подумать, на самом деле у тебя есть два, это всего лишь три очень старых твоих зрителя, прям очень старых, ну я не в счет. Это Синтрон, это Касимен, и это наш любимый лучший работник пятерочки. Да, с руками очень такой. Ну да. На Касимен на самом деле не сильно чаще. Ну Dark Souls это чаще. Просто, ну просто ты сейчас проходишь Dark Souls. Да. Так вот, Силдера, мне нужен бокаль, пивной бокальчик из Казахстана. Там не пьют пиво, там пьют только кумыс. А, ну кумысный бокальчик из Казахстана тогда. Казахстан — это и есть один большой бокальчик. Для кумыса. Для кумыса. Вот так фиал там произошел. Ты стреляешь еще. Вини вокруг. О, балет. Казахи с тобой связаться хотят. Уверен? Вот, слава богу. Теперь Кирилл уехал в Россию, теперь я не мог. Я думал, что я не смогу шутить про казахов. Ага. Ну, Силдер вовремя сказал, что он казах. Он поджидал. Понял, что конкуренции больше нету. Это теперь, Силдер, готовься, я буду шутить про то, что ты казах.
И что ты идеальный человек, самый умный, самый красивый, самый сексуальный. Ага, ну, ага. Вилива. Роскошный подарочный набор. Так ты уйгур, блядь, или русский, ты определись, сука, казах. Том. Макс, извини, я чуть-чуть политики скажу. Мне вспоминается мем с Зеленским, вот этот вот, кто я? Ну, еще старый-старый мем, бородатый. Mm-hmm. Так вот, это сейчас про Силдерна, как раз подходит мем, кто я? Потому что он, сука, и русский, и казах, и уйгур. Сейчас окажется еще, что он, блядь, и калмык. Ну, смотри, правая рука у него казах, левая рука уйгур. Уйгур, Максим, уйгур. А и какая у него рука эфиоп? Центральная. Не веришь? А вот центральная. Слышите? Там чел прёт. Скажи им, чтоб не пёрся. Короче, я понял, Максим, Силдерн шаман. У него три руки, так то он может хлопать и дрочить. Ну, а я тебе про что говорю? Хотя не, мне больше нравится полный куплет этой песни. У шамана три так, руки. Так, ну так шамана три руки, как бы. Да какой из тебя шаман, блядь? Может хлопать и дрочить. Инфернально хохотя. Ты сам эту песню придумал, Андрей? Нет. Да. И выдаешь ее за то, что эта песня существует. Но на самом деле ее нету. Не, ну вот заметь, Макс, как сразу нам стало бодрее и веселее, как появился Силдер. Ну. Потому что, а знаешь почему? Почему? Он идеальный казах, когда можешь прикоснуться хотя бы даже просто к текстам, что написал идеальный казах, тебе сразу становится веселее, интереснее, осознаннее жить. Андрей, где Брон? Я его не чувствую. Где его нет? А где он? Ты где-то, Андрей, там посередине бегаешь. Светлый маг, бывший наставник японской школы боевых искусств, а его сестра колдунья. И это не шутки, я должен сказать. Я так и знал. Говорит, инцест дело семейное, да, Силдер? Просто заметь, он написал про отца и про сестру его, про мать он ничего не написал. А зачем? Мать у него бессмертный бог. 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 Давай сюда. Мать просто адекватная, он хотел написать. Мать просто русский. Ага. Ну ты казах, да? Блин, тут эту хрень надо сбивать. Бей его! Андрей, где урон?
нахрен! Фамилии казах, мама русская у него, но выглядит как адекватная. Бля, я с этой хрени больше ничего не могу. Ну, блин. Это все, сука, правда, приукрашенная. Ага. Да-да. Если Синдра не несет хуйню, и реально это правда, то, блядь, мне его жалко. Почему? Идёшь? Блядь, это получается родители припизнутые. Представляешь, Максим, если бы тебя назвали бы, блин, это как-то легалат, типа. И чё? Представляешь, блядь, тебя бы назвали Андрей. Ну, блядь, я пиздец был бы. Вообще. Я бы жизнь бы покончил бы, если бы был, я бы был бы Андреем. Ну вот. Так, хорошо. Man. У казаха три руки. Е-е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 -
Хорош, блядь. Андрей, на кого он стреляет? На самом деле тебя, Максим, зовут Даздрапер. Тебя зовут Даздрапер? Тебя, Даздрапер. Ну чем, Андрей, тебя так зовут? Потому что Максим сказал, что его зовут Даздрапер. Даздрапер, я понял. А ты же знаешь, как это знание, что это значит, Максим? Здравствуйте, Петровна. Я ж это и придумал. Скучно как-то мне стало, когда... Было самое 1 мая вообще на свете. Говорю, да здравствуй, 1 мая. Понимаешь? Андрей, я урон чувствую. Моего у тебя нет. Да брешешь. Блин, где мой крутой арбалет, который в прошлый раз был? Андрей ушел, он бы отвлекал бы всех врагов. Проще чувак, чем бибизян. Да. Бибизян вообще отдрочило. Бибизян тут еще дрочило. Мега дрочило. А нормально, что почти камней нету, блин. У него жаку с мега дрочило не хватает. Да-да.
сила стихии, урон стихии, эффект стихии распространяется на ближайших врагов. Хорошо. Хорошо. Хорошо же он? Или плохо? Все хорошо, пошли, солнышко. Так хорошо. Рядом с тобой любой день хороший, солнышко. Уверен. Блять, я его хвалю, а он. Сумирается до 50% за каждое попадание с прицелом. Бонус исчезает со времени. Если стрельба идет без прицела, то бонус не уменьшается. Ага. Так, придется с прицела стрелять. Но у меня есть проблема с толчками. Как она. И что за проблема? Запор? Ну. Скажи, Андрей, на самом деле ты хочешь не какать, проверяешь, если прошел ли у тебя запор. Не, я проверяю, как есть ли у меня проблемы с толчками или нет. И как? Пока есть, все хорошо. То есть пока есть, все хорошо, да? Хорошо. А? Не, ну хорошо же. Вот, кстати, и, блин, у двух аримы такие бредовые опенинги, что я завтра буду петь. У каких? У так трудно любить атаку, uh-huh. А у второго не скажу. В смысле, я же знаю, что ты поешь. Ну, я не скажу, какого аниме у второго бредовые опенинги. Ну, по крайней мере, на русском звучит бредово. У тебя тетради смерть? Не. Черт. Наверное, не у дрифтерс. Не. У дрифтеров он максимально всратый. Он всратый, да. Просто, блядь, это они спели для какого-то Need for Speed, блин, песню. Ну, так оно там и есть, я же тебе рассказываю историю. Я знаю, ты говорил, что... Так, не, это на реале так было? Да. Им сказали, что про машину... Не, ну, кстати, не знаю, как в реале или нет, шутка была. Так что это своеобразный мем. Но, ты знаешь, как бы я не удивлен. Бля. Хорош падай. Блин, а от Андрея выстрелов нету, короче. А они просто берут и падают. Хорошо? Я в них просто над фордом кидаю. Тим. Я так понял. Так оно и есть. Ты в них кидаешься в порно. Здоровье закажет. Но мне очень интересно, как будет работать способность, которая прибавляет тебе ХП. Со способностью, которая тебе говорит, что ХП у тебя как бы один. Макс, а ты любишь квестика? Чего? Ты любишь квестика? Я тебе уже отвечал. Это было давно, а теперь заново. Ага. Ты на каждом стриме это спрашиваешь, когда давно это было? Ну, на прошлом стриме это давно. Так ответишь, ты любишь квестика? Я тебя не игнорирую. Спасибо, Макс. Спасибо. А чё ты упал там? И ты меня игнорируешь. Опять. Я ж тебе ответил. Ну, тебе нравится песня? Нет. И? Отдай ты Гринстейна мне. Ты ж
Эйзенштейн замечательный. Я так и знал, что на самом деле не стоит кот, блядь. Конечно. Конечно, кот. В сапогах, да? Нет, в трусах. Кот в трусах? Ну, это уже почти перебор. Это точно перебор. Максим, мега солнце, Максим, мега песик, страшный капкан. Ты песик. Иди сюда. Куда? А, окей. Ну вот сюда. На тебя въебало. Мне нравится опенинг дрифтеров, я через него персы для ПФ-ки делал. Для Папани, что ли? А причем тут урая, что ли? Ёба, тут все быстро. Ок. О, майва! Тендерю! Тендерю! А, блин, да что ж такое? Да меня просто зажало там. Смотри, я доползу, а я доползу. Ко мне, Максим! Я доползу, да. Давай. Спасибо. Видел подставу, а? А там еще лучше, что ли? Хочешь фонарь проверить? Нет, иди нахуй. Так. Булочки полностью восстанавливают здоровье, которое у вас одно. Он дает возрождение, максимальный счет брони здоровья уменьшается вдвое, оккультный свиток разрушается после второго возрождения, показатель здоровья счет на тут. Кстати, что меня прикалывает на самом деле в дрифтерах, это то, что главных злодей там Иисус, блин. Да. Ну то есть, типа, все-таки в христианстве и так далее, он все-таки считается, ну по сути, Богом. Ну Сын Божий, един, Отец, Сын, Святой Дух, все дела. У них там это просто историческая личность. Японцы. Ну да. Прямо отсюда пришли. Дайте три оккультных свиток, получить золотой кубок. Что за нахрен золотой кубок? Бля, там рандомные отдаются. Золотой кубок это то, что Макс, вот это вот в финале, что дается комнаты. А. Бля, он золотым кубком называется, серьезно? Да. Пошли. Ты залупа. Залупа. Я же не про тебя, Максим, успокойся. Это был инвестигейтор Магус. Не, фигня. Лучший Магус это, который готовит свекольный кофе. Самогон. Нет, прикольный кофе. Прикольный самогон. Прикольный кофе. Вот видишь что? В смысле? Ты стоишь. О, блин, это волны. Ой, меня убили. Ну, попробуем. Я у кузнеца. Я был про то кузнеца. Ты был что? У кузнеца. А что там делал? Оружие улучшил. И как, помогло он тебе? Вообще-то да, оружие прям разваливает. Ну я говорю, тащить будешь? Да, тебя за пивом. А, тут этот торгаш еще тусит.
Комбо! Блин, что у меня какие надписи? Киллер, расскажи мне про то, как ты сегодня день провел? Андрей! Бля, отвлекся на секунду. Не знаю. Ну, я до тебя не смогу. Ты рядом со мной, блядь. Не отвлекайся, пожалуйста. Иди, иди, вот. Я скинул заказ. Заказ на что? Куда ты его скинул? Заказ на помойку? Делать пиццу. Да ты. Смотри, там волны бегут. Что им надо? Ива. Нахрена? Скажи им, что у меня пива нет. Там. Дай деньги. Не дам. Купи деньги. Ты говоришь, чтоб я не работал. Вот, а получается, у меня денег не будет, если я не буду работать. Не очень сильно. Чем? Устройся кому-нибудь содержанку. Там к Саше хочу. Но не платит. Все, ты возрожден. Я не хочу больше играть, я устал. Не устал. Устай. Желтый капкан и любовь, словно ураган. Давай сюда. Там это, тайный проход. Анальный? Да. Глаз буря. Всем. Тут защищать. Угу. Я знаю. Печать ослаблена, будьте осторожны. Пикаешь? Гаси всех. Я посмотрю, как игрок жалуется на своего, так же, да и пошел к вам. У вас Влад, что ли, играет? Не, Влад жалуется на всех остальных, пока при на своего играет. Окей. Вполне резонно. Макс, делай все, что я хочу, если ты не делаешь, что я хочу, значит игра говно. Там питочь бежит. А. Иди пиди лемон сквизи. Лемон сквизи, да. А еще я поиграл в For Honor. И как? Получил там For Honor. Или нет? Или не получил? Пошли. Пошли. Макси, мегафон с охоти, мегапёсик. Пошли, пошли, пошли. Иду, давай, наяривай. О, а тебе снайперка еще нужна? Думаю, не особо. А какого левела? Четвертого. Нет.
пожалуй, откажусь. А что, снайперка там была? Ну, это электроарбалет, он же вроде снайпер. Mm. Слушай, вроде да. Ну да, арбалет, ну, снайпер, да. Всё, ты там скрываешься. Ну еще как волосы? Гасит врагов? Какие волосы? Ты ж волосами кидаешься, не? Я электричеством сейчас бью всех. Вот до этого волосами кидался. Угу. Окей, сюда. Секрет! Я уже дерусь. Эх, Андрей. Куда торопишься? Аннигилируй их тогда. Ты 85% максимального здоровья, учитывая, что его нет. Прикинь? Ага. Вообще шимба. Так, пошли обратно. Нет, ты что, в The Chest нету чести. А что там есть? Там есть пиво. Там есть пиво? Ты откуда знаешь? А да нет, то там нет чести, значит там и нет неуважения, нет пива. Значит там эльф. Всё. Да, это эльфийская игра, там есть эльфы, все понятно. Так. Я что-то вообще так. Просто мега пёсик. Ай. Бля, ты думаешь, сюда надо спрыгнуть? А как выжи подняться? А, я понял. Не. Дрыц-тыц-тыц. Дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор. Так, а выше? Выше я понял. По испытанию. Пройдите уровень за ограниченное количество времени. Чего? Подожди, а что, это выход? Как туда попасть-то? Ага. Да ёб ты ж. Да пошли отсюда, Максим. Да давай попробуем. Не, ну ты видишь хотя бы куда идти? Я вот что-то как не особо. Даже так. Это упорото. Да ёпа. Еба! Пошли, Макс. Да, подожди. Макс, время! Сейчас 40 секунд. Дополнительная награда. Я тебя обожаю, игра. Из-за того, что ты не видишь со стороны своего персонажа, он застревает всем, чем только можно. И чё тут?
Я не понимаю. А, о. Естественно, он не будет летать. Ладно, выходим. Шел в жопу, я не очень понимаю этот. Эту систему. Андрей. Понятно. Что тебе понятно, песик? Пошли, песик. Ты песик. Песик капкан. И Максим словно ураган. Это Максим. Я люблю тебя, Макс. То по себе самого по себе и не нового. Я люблю тебя, Макс. Я люблю тебя снова и снова. Нет. Давай сюда. Спасай меня. Спасай меня полностью. На меня нападают злобные фигосы. Что мы говорим злобным пипигосом? Сети хуй. Сети хуй. В принципе, да. Макс, иди сюда. Че, куда? Что? А? Собая. А, давай, спасибо. Уберись, хочешь? Что-то я снайпу не видел. Что-то я как по урону ее не понял. Я ее не понял по урону. А как ее можно понять по урону? Вот я ее понял по урону? Да и я не понял по урону. Давай, Андрей, тащи, тачун. Ты вообще такой тачун. Ты просто мега тачун. Что, ты прямо удер-пупер тащун? Он же тащун. Боже, какой тащун. Тащун. Ты хочешь от него сына? Пошли. Синдром, тебе не кажется, так и есть. Он читает только самое последнее сообщение. И да, все. Да. Да не, я сегодня устал, поэтому я точно буду читать последнее. Мы до босса сегодня дошли, охренеть. При получении урона больше 20% максимального. Максимального чего? ХП? Силдер, я стараюсь читать сообщения, так что не переживай. Да, Андрей читает сообщения, поэтому он будет передавать. Да, так что я не все передам, потому что я уже тоже хочу спать и пиво. Где он его держит? Кого? Кого держу? В холодильнике. А тут второй босс бывает? По-моему, всегда этого мутузили. Эту горку-морку. Блин, классно, я вышел. Коси этого, я тебя знал. Thank you.
Ты чё, чёрт? Андрей, чё ты чёрт охренел? Вот это чёрт. Чё-то я не знаю, у тебя какой-то хороший урон, Андрей, в этот раз. А я ебуч. В смысле? Не знаю. Откуда ты его набрал? Это потому что волосами кидаешь? Это мне моя эта электропушка, я электрик. Да? Неплохой урон наносит. Электрись его! Ей, стрельба монетами, класс! Всегда мечтал, обожаю. Макс, иди сюда. Плюс два получаем его. Чё? Винтовка? Да. Спасибо. Классные способности. Одна тратит твои деньги, вторая, типа, увеличивает урон по тебе. По факту. Просто. Но ты больше урона наносишь, но больше урона получаешь. Пошли. Надо умереть и расходиться, а то уже без 20 час. Ладно, я тогда сейчас возьму штуку. Радуй, Макс, без обид. Но... Да, я в курсе. Я заметь, я сказал чуть-чуть подольше, но я, видишь, пока еще играю. Я не свалил. Неожиданно было, что прошли, да? Ну, мы прямо... Кстати, по этого босса не проходили, но и на элите, по крайней мере, точно. Мы этого босса, блядь, на суши пустили. Куда мы его на суши пустили? Ну сейчас капы нас отфигачат. Они как раз молниями бьют. А у нас только щит. Че нас эти капы на суши пустят? Ты че такое? Оно не дохло. Ты умер? Нет. Я просто прикола не понял. Там сверху что-то идет. Скажи ему, чтоб мне не шло, а? Видел это, короче, пулеметчики, которые из осьминожек стреляют? Они уже ни из кого, блядь, не стреляют. Они стреляли из осьминожек. Осьминожек! Это новое оружие. Это осьминожка канонир, понимаешь? Чё выпало-то вообще? Зрачок. Рачок выпал, прикинь. Так, получи такой свиток. Я видел эти легендарные свитки, и такая хрень. Да ты си... Только от Андрея отвернешься, он сразу дохнет. Ужас. Я хочу побыстрее закончить. Слышь? Ну какая-то хрена, где сюда идет? Понимаешь, Андрей, типа, самый последний заход, он типа самый лучший. Поэтому тянется полгода.
Здорово, дятел вертел. Там это секрет. Так, ты самый главный шизофреник? Нет. Учитывая, что все мои зрители, это мои голоса в голове, то нет. И правда, я не голос в твоей голове, я голос в твоей печени. Так ты же не зритель. Да, я аватар пива. А ты аватар сырников. Не доказывай. Ну это знаю персонажа, и в отличие от них, моя шиза прогрессирует, понятно. Голос Казахстана больше твоей головы. Нет. Что ты там выдумал? Ну какая-то мня вышла. Где? Да не знаю. Ее уже нет. Как вышла, так и зашла. А вон опять идут. Яша Мария. Это Яши? Понимаешь? Там Яши моряки. Ты знаком с Яшей? Нет. Хотя, с тобой знаком. Шут, у меня реально нет ни одного знакомого. Я умираю! Ну... Ладно, забей. Шансов было мало. Просто мог бы меня застрелил. Я пытался его быстро убить, а он почему-то хилялся, убивая тебя. Я так и не понял. Потому что морской Яша. Яша! Это мол. Андрей подтвердил, голос у Казахстана сложно противиться, ты тоже поехал в Казахстан. Я. А еще что должен? А я еще что должен? Ты говоришь? Даже когда гром убивает врага, то это как мама Макс, знаешь это? Самая известная сценка этих казахов из Астаны КЗ. Когда там он типа на новогодние желания исполняется, жена загадала, чтобы муж бросил пить. Жена, это теща загадала. Жена загадала, чтобы муж говорил всегда правду, а муж загадал, чтобы теща уехала в Казахстан. И там, короче, они ее связали, и он говорит, да что ж вам так Казахстан не намазано? Она на него бьет и говорит, да это тебя, долбоеба, нужно спросить, что мне в Казахстане намазано. Я вот, сука, в Оренбурге живу. Я что-то половину пропустил, поэтому не понял. Ну, в смысле, типа, он догадался, что она уехала в Казахстан. Ну. А сама теща из Оренбурга. Хоть и казашка. Типа. И она такая, ты тебя, сволочь, нужно спросить, что я в Казахстане забыл, я в Оренбурге живу. Ладно, Макс, умирай и пошли спать. Андрей, это шанс. Ну, пожалуйста, Максим. Да, Андрей, я точно отъеду тут в ближайшее время. Тем более мне вот губ-стоп устроили. Ты же со мной подольше хотел сегодня посидеть. Макс, ну это уже подольше. А мы сколько кубков заполучили на этой локации? Потому что это финальная, по идее. Не знаю, каждый выстрел что-то тратит. Да проклятые духи. А ты веришь, что я затащу? Я тебя верю. Все. Придется тащить. Ты самый лучший стример во вселенной, запомни. У меня зрители. Макс. Да. Зато какими? Да.
Макс, блядь, ты не продлил сборы на Cooking Stream, ты в курсе? Я продлить все равно могу вроде еще. Уже не сейчас, сейчас тащи, блядь. Да не, прям сейчас. Так это есть канал на Твиче, называется Грузчик Тащи. Там типа чувак, ну типа он реально в реале работает просто грузчик. И чтоб ты понял, он, да, рубит играть в игры типа Факторио, там всякое такого. Где грузить не надо? Эти грузят, роботы. Ну так там эта игра называется, потом типа Факторио в 3D. Факторио в 3D? Да, я забыл. Это Satisfactory или как там она? Ну, может быть, я как бы... Специально ради тебя, Андрей, я рисковал и погиб. Ой, Макс, ты не человек, ты солнышко. Да. Ну, половину локации пошли. Блин, у тебя кубка была плюс 13, аж. А еще крутая. Ну, классная штука, да. Mm. Не, ну, по большей части я все-таки урон нанес, окей. Дополнительное улучшение кузнеца. Че это? Шанс нанести критический выстрел, урон, который будет равен 70% от множителя крит урона, если снаряд из снайперской винтовки был не критический. Ой, я возьму своевременное помощь, чтобы мне быстрее, чтобы тебе ты мог бы это, чтобы я мог дольше лежать. 9 жизней, легендарная способность, 100% получаемого урона, но он не может превысить 14% от максимальной живучести. Такс, сейчас нанести. Ладно, стрим, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. О! Сигар, у тебя большое. Ля, Макс, тут красная панда добавилась. По-моему, раньше не было. И совушка. Что-то понакидали тут. Совушка. Так, это был. Лиса была. Совушка, понял. Не, красная панда была. Она же платная. И совушка. Макс, можно тебе было теперь дать совушку? Давайте. Пока-пока.